Ще згадаю про Пентагон, тому що вони сказали наступне, що Абрамси, які вони мають нам передати, 31 одиницю, можуть змінити хід бойових дій на фронті. У мене питання, наскільки вони можуть змінити? І, пане Роман, що леопарди, що Абрамси були нам задекларовані для передачі в один період? Леопарди вже встигають працювати, йти на ремонт, знову повертатися. Абрамсів як нема, так і не було. Ну, вони одразу сказали, ждіть їх на осінь. То есть по поводу абрамсов. Это мы себе надумали, ну, по крайней мере, надеялись на то, что они зайдут летом. Нет, они придут, скорее всего, осенью. 31 машина – это батальон. Батальон, ну, я бы не сказал, что он что-то может изменить серьезное. Что-то серьезное как-то может изменить. Вот если бы вместе с абрамсами на осень пришли бы еще хотя бы эскадрилья F-16, хотя эскадрильи мало, надо как минимум бригаду, потому что там у каждой эскадрильи своя задача. У кого-то РЭП, радиоэлектронная борьба, уничтожение ПВО, у кого-то бомбардировочная функция, штурмовая, у одной эскадрильи истребительное прикрытие в режиме перехвата. То есть, если с Абрамсами придет 40 самолетов F-16, вот тогда они, да, они покажут на одном направлении. Абрамсы тогда покажут себя, по крайней мере, с хорошей стороны. Но дело в том, что если будет авиация, так и Т-72 себя покажут так же примерно. То есть здесь вопрос, что имеет в виду Пентагон по поводу передачи. Однозначно спасибо. Просто количество маловато. А то, что они затягивают с передачи, ну, скорее всего, это связано с некими проблемами с их обслуживанием, потому что сначала надо запустить систему обслуживания, а потом только уже принимать абрамсы, потому что завод по обслуживанию абрамсов в Польше достраивает. Поэтому пока не полностью не запустится этот завод по обслуживанию абрамсов, эта станция, то абрамсы просто не... Ну, они на один выход могут быть, а дальше же придется обслуживать, а здесь уже надо спеціалізовані некоторі речі. Пане Романе, якщо ми говоримо по лінії бойового зіткнення, є новини у нас, звісно, з Бахмутського напрямку. Ми далі продовжуємо просуватися на південь від Бахмуту. Це от глянемо на карту. Кліщівка, звісно. Ось ми бачимо, ми підтискаємо повністю. Які варіанти тут в росіян, як ви вважаєте? І як далі розвиватимуться події на цьому плацдармі? Россияне будут контратаковать однозначно, потому что они прекрасно понимают, как полностью мы зачистим этот плацдарм. Ну, Клещеевка сама по себе, она уже южнее той господствующей высоты, которую мы взяли для контроля Бахмута. Но она же, эта же высота контролирует и Клещеевку. Клещеевка в такой улаговине находится, ну, в низине между двумя грядами, то есть, а мы сейчас пошли Клещеевку также окружать по другой высоте, которая южнее Клещеевки, в сторону Курдюмовки. То есть вот это движение по высотам, а дальше зачистка с высот низин, в которых в основном находятся населенные пункты. Это вот оптимальный вариант, который выбрали наши генералы очень грамотно, очень правильно. Тихой сапой, с одной стороны, там по 100-200-500 метров в день по высотам, заняли высоты, а потом начинаем расстреливать, как в тире расстреливать в низинах российские войска. Вот то, что сейчас происходит вот на юге Бахмута. Это же самое и на севере, в районе Берховки, и в Курдюмовке, в сторону Горловки. То есть идем по высотам. Горловка сама по себе тоже на высоте находится. Она уже высота под 300 метров. То есть там превышение над уровнем моря в районе 300. То есть старые горы, и здесь оптимальный вариант именно по высотам идти. Так мы и делаем. Пане Романе, я хотів би запитатися, от на цьому Донбаському східному напрямку, яка наступна надключова висота? Це є Горлівка, це є Донецьк, це є Макіївка, це є Попасна. Яку ми би визначили наступну ціль, яка нам відкриває значно більше оперативного маневру для подальших дій? От в районі Бахмута висота – це Горлівка. Це от висоти, горлівські висоти, з них потім можна спускатися і на в сторону той же Попасной, на Лисичанск, ну там уже такой веер движений может быть именно с Горловки.
А вторая такого же уровня – это Донецк. Причем в Донецке основная – это район ДАПа. Донецкий аэропорт – это вот Авдеевка. Почему же россияне нас оттуда пытают? Авдеевка и северо-запад Донецка. Uh-huh. Это вот она одна примерно такая. Площадь, высота. Вот от Авдеевки, если двинуться в сторону ДАПа, выход на ДАП чуть южнее. И там уже можно контролировать весь Донецк с северо-запада, с севера. А еще одна высота – это Трудовские высоты, так называемые. Шахта Трудовская. Трудовский район. Это район Маринки. Район Маринки Красногоровки. Вот почему, опять же, россияне пытаются нас оттуда выдавить, потому что до этих высот несколько километров. Вот просто несколько километров, 5-7 километров, это так, это максимум, это даже Петровку можно уже отрезать. Целый район Донецка, это возможно. Потому Донецк следующий после Горловки, то есть направление Бахмут-Горловка, следующий это Донецк по важности.